Торжественно перерезав красную ленточку, открыли дверь в новый фирменный салон. А уж эти люди в них, в дверях, точно знают толк. С 2013 года чебоксарская фабрика «Дверей Плюс» разрабатывает, выпускает и продает межкомнатные двери. Более 700 декоров цветов и более 500 моделей самих дверных полотен. Также мы производим двери по любому эскизу, скажем, дизайнерскому, по любому эскизу того же покупателя, кто к нам придет как бы в салон. Здесь учитывают и дорожат мнением каждого покупателя. Гибкая ценовая политика, широкий ассортимент дверей от эконом до класса люкс. Теперь любой образец можно посмотреть, выбрать и обсудить с консультантом прямо в салоне, который расположился в нашем округе в поселении Новоивановское на втором этаже торгового центра «Можайский двор». Салон он у нас будет еще как выставочный для тех клиентов, которые будут приезжать в Москву и смотреть и ознакомиться с нашей продукцией. Ну, заодно и как бы будет и салон продаж. Раньше фирма регулярно представляла свою продукцию на московских выставках. Теперь у нее собственный презентационный зал, где представлен полный спектр дверных полотен и комплектующих. Каждое изделие отвечает требованиям потребителей, современным тенденциям и экологическим стандартам. Они следят и за технологией. Технология, конечно, должна быть современной. А это значит и современные станки, современное оборудование, там, режущие, шлифовальные и так далее, и так далее. И тогда добиваются такого высокого качества. От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Кавказа. Чебоксарской фабрике «Дверей Плюс» доверяют клиенты по всей России и ближнему зарубежью. Поэтому экономическая ситуация не отразилась на производстве. Этому во многом способствовала поддержка поставщиков материалов. В трудную минуту, когда были все-таки трудности в поставках той же пленки ПВХ, того же МДФ, как бы они нас здорово поддержали, и мы благодаря их слаженной работе вместе с нами, мы своевременно отдавали те заказы, которые как бы нужно было отдать вовремя. Чебоксарская фабрика производит межкомнатные двери как для квартир и частного сектора, так и для крупных объектов – учреждений медицины, образования, культуры и спорта. На достигнутом не останавливается, модифицирует свою продукцию каждый день. На сегодняшний день проходим сертификацию дверей противопожарных, и я думаю, вот в конце года мы эту сертификацию, все испытания пройдем. Кроме этого, мы еще одно направление сможем занять – это противопожарные двери. Сегодня на фабрике в Чебоксарах трудится от 100 до 120 человек. Открытие салона в Подмосковье – большой и значимый шаг для фирмы. Здесь рады и ждут как постоянных дилеров, так и новых покупателей. Фирменный салон чебоксарской фабрики «Дверей Плюс» находится по адресу. Поселок Новоивановская, улица Западная, строение 100, павильон В-53. Также заказы принимаются на сайте чебдвери.рф или по телефону 8 499 444 2285.